Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Assassin's Creed Хроники Китая. Продолжаем проходить эту игру. Да, я согласен, что... нажмите на привет, чтобы... Ага. Упс, я понял, но я не успел. Я понимаю, что эта игра не всем понравилась. То есть люди, которые просто, не знаю, то ли ненавидят ее, что ли. Потому что, ну, честно, она немногим понравилась. Но все же, ребята... Она мне нравится. Она мне нравится. Я бы действительно хотел бы ее пройти, потому что дальше будут еще и другие части Assassin's Creed. И, в принципе, ну, можно сказать, что... что разнообразие, ну, никогда не помешает. Я думаю, вы согласны, ребята. Ух, сколько тут трупаков вот этих. Завявших. Так, нам нужно сейчас перепрыгнуть, да? Да. И сейчас. Серии не будут долгие, как я сказал. То есть нет смысла их там делать, ну, полчасовыми или даже больше. Но все же 10-15 минут, мне кажется, как раз будет нормально. То есть потом... Потому что... Опа. Это наш или нет? А, нет. I was exactly where I wanted to be. Close enough to kill you. Ага, то есть это нужно было вот так сделать, да? А, ну ща. Where is the box you took from me? Far from your reach by now, assassin. One of your tiger brothers must have it. No matter. No matter. I will find which one and retrieve it from his still warm corpse. Do you even know what the box is? I know it belongs to the Brotherhood. How naive. Thinking you can trick the box. Что моя смерть хоть что-то изменит. Ну? Thinking that killing me will achieve anything. Killing just one of you will not give me the vengeance. Я утолю свою жажду мести. Ты первый тигр, который падает от моей руки. Но поверь, далеко не последний. Ну посмотрим, посмотрим, посмотрим. Опа. Так, прошли. Ну что, давайте, ребят, следующее задание. This was once a safe place for us assassins. Some young tigers. Его тигры положили ему конец. Their forces surprised and overwhelmed us. Я бы читал вот это все, но я буду перебивать ее голос, и это будет как-то не очень звучать. Gao Feng's death will send a message to the templars. Заставило тамплиеров задуматься. А, даже в Китае есть тамплиеры. Ассасины вернулись. Ну, они никуда не уходили, в принципе. А, слушайте, мне интересно, как... А, вот орлиное зрение. О, нам одну жизнь увеличили. На одну жизнь больше нам увеличили. Замечательно. Найдите свитки ассасинов. Замечательно, ребята. А, ну, я говорю, что не всем понравилась эта игра, но, в принципе, да. Во-первых, кто-то может не любить Assassin's Creed. Кому-то вообще не нравится вот такой стиль игры, потому что многие привыкли к обычному Assassin's Creed, который так, ну, ходит как бы нормально от третьего лица. А вот такой платформер, то... О, спаститься. А вот такой платформер, как бы ты сбоку смотришь, ну, я не знаю, может, не всем нравится. Но мне даже графика вот эта какая-то мультяшная, нарисованная, даже играется. Не лагает. О, синхронизация. Прыжок веры даже тут есть, ребята. То есть да, в принципе, может и не нравится Assassin's Creed, может не нравится этот стиль, но, как мне кажется, это прикольно. Это во-первых, во-вторых, ну, разнообразие, ребята, никогда не помешает. Я думаю, все в этом с этим согласны, и действительно, будет, мне кажется, классно, если мы будем проходить даже такие игры, но потом, как бы, еще будут больше Assassin's Creed, мы тоже попробуем пройти. Потом Россия будет, ребята, будем медведей убивать и водку на балалайке играть, наверное. Я не могу отсюда выйти. Ага, бред какой-то был. Ну да ладно. Отклонитесь, чтобы слезть со стены. Ух, ни хрена себе, даже такое есть. Тень золота. Ну да, в принципе, мы никого не убили, это замечательно. Ага, ну это понятно, как вот это перепрыгивать. Чтобы спрятаться. Ух ты.
Знаете, тут, в принципе, даже так по стелсу вот эту Assassin's Creed сделали, что тут не всегда нужно кого-то убивать. Если честно, это очень радует, потому что... Ага, вот видите? Сейчас не нужно убивать. А смотрите, как мы сделаем. Мне кажется, так нужно было. Ах, твою мать, я не знал, что ты меня запалишь. Ух ты. Ассасин с бронза. Ну да, в принципе, то, что нас заметили, это не очень круто. А... Ух ты! Ни хрена себе! То есть быстро можно перебегать. Вот это реально круто тоже. Тоже сделали, мне так кажется. Так, тень золота. Ну, сейчас-то золото, но... А как... Ага, во, я понял. Боюсь, стражники могут звать на помощь. Подкрепление обычно появляется из закрытых дверей. Ну, это не очень круто, конечно. Зона подкреплений. Ух ты. То есть, если нас сейчас запалят, нам прям жопа полная, ребята, будет. Я не знаю, развернется ли он. Давайте попробуем. Опа, замечательно. Ух ты. Вот это они круто сделали, реально, ребята. Вот это они круто сделали. Я согласен. Как мы, ребята, вообще? Смотрите, вот эти прыжки между укрытиями, ребят, это вообще охренеть просто они как сделали. То есть ты можешь прятаться, перепрыгивать, ты даже как бы можешь никого не убивать, и этим они даже круто сделали. Ого, мы что-то нашли. А что мы нашли? Зря я это сделал. Так, сейчас еще раз попробуем. Но мы там что-то нашли, это круто. Прям так прыгаем, что-то с ума сойти можно. Круто. Вот это мне реально нравится в этой части, что мы практически никого не убиваем. То есть смотрите, сколько мы проходим участков без смертей. То есть просто-напросто, как нам всегда пишет там Assassin's Тень Золота, да? То есть что мы прошли по стелсу и даже никого не убили. Мне кажется, это круто, ребята. Так, ну давайте прыгнем. Я не знаю, поскольку длится вообще эти миссии, то есть, ну, первую миссию за сколько мы прошли? За минут 15, да? Ну, это как бы вступительная миссия была. Сейчас, наверное, еще длиннее будет, в принципе, ну, если логично, да? О, так, сейчас. Перерезайте веревки с помощью метательных ножей. Два. Ага, вот смотрите, ребята, нам метательные ножи дали. Ух ты! Круто. Найдите свитки ассасинов. А где они? Я знаю. Сейчас кинем туда. Смотрите, ребята, как мы его мастерски убьем. А мы можем туда достать? Ну, мне кажется, что да. Как думаете? Ух, я даже не знаю. Так, ну ладно, одного убили. Так, бей. Опа, не зря же нас учил Эцио. Замечательно. Вот так, что это за хрень? Не знаю, но что-то мы нашли. Фу, мечи всякие, ножи всякие, боец золота. Вот сейчас не тень, сейчас золото. Обнаружение 2, встревожено охранников 2. Ну, в принципе, да, но мы же выжили. Опа. Китай, китайоза. Мне, если честно, очень прям не терпится. Ну, как бы не то, что не терпится, но... Ладно, не будем загадывать, ребят, наперед, что там будет. Давайте сначала попытаемся вот эту игру пройти. Посмотрите, мы тут что-то добываем. Я не знаю, что это вообще за хрень вот это. Так, это что? А, это типа пополнить. Да, вот я вспомнил. Найдены метательные ножи, ага. Так. В одно время можешь карабкаться по стенам и использовать метательные ножи. Ну да, в принципе, это по... Опа, точно, смотрите, ребята. Как
抓住他! Уф, ну как бы они меня окружили, поэтому не получилось. Так, ребята, вот-вот-вот я опять вернулся. Сейчас, во. Я их перебил, наконец. Даже не нужно было вот это использовать, я их просто отвлек как-то. А, но мечи нужны, точнее, метательные вот эти хрени нужны. Они очень полезные. Не палите меня! Так, ща, ребята. Ну, тут их, конечно, много. Смотрите, какая там очередь. Ну, двоих мы, ладно, уже убили. Вот сейчас у нас боец будет, да? Сейчас у нас боец будет. Сейчас, ребята, мы их не... Как он меня... Ух, ладно. Так, смотрите. Мы можем по-хитрому сделать. Уже минус два. То есть, уже круто. Ух, твою же мать. Ладно. Так, этих я опять убил. Этот чудило меня сейчас опять, наверное, запалит. Ага, а если мы вот так спрячемся? Ага. Нужно как-то его отвлечь. Как его отвлечь? Вот так его отвлечь, да и все. Отвлечь его нужно. Ты прям с ума сошла. Ага. А мне так... Ну, как бы, видно... То есть там я вижу что-то за стеной. Мне казалось, что это можно разбить вот эту дверь. Так, опа, арбалетчик. Ух, ну это будет посложнее. Я вижу, у него и бронька такая нехреновенькая. Так. Уклоняйтесь, вы нажмите, когда территория станет красной. Ну, я ща просто не смотрел. Ага. Ух ты. Good work. Close for the kill. Ну понятно. Excellent, Chao. Your training is almost done. Так, ну это я понял, да? Сейчас посмотрим, что с этого ребята получится. Ну, тревога-то тревога, конечно. Опа, они сюда будут идти. Ну смотри, тут тревога еще 5 секунд осталось. 2, 1. И все, нету тревоги. Твою мать, а! Ну иди сюда, паскуда. Так, ладно, я просто не сосредоточился на том, чтобы уклоняться. Ну сейчас, смотрите. Чтобы он нас не запалил. Во, уже лучше. Хотя, в принципе, сейчас. Это что такое, мне интересно? А, это как бы свитки, да? Еще два свитка осталось. Ага. А, ну, в принципе, сейчас, смотрите, ребята, никого нету, потому что тревоги нету. Это тоже круто. Ассасин золото. Ну, понятно, что золото. Так, сейчас. Ух ты! Найдите свитки ассасинов. А, нет, как бы, смотрите. Там же написано 3, а мы же один нашли. Или это мы не тот свиток нашли, хрен его знает. Ладно. Опа. Перепрыгнули, я надеюсь. Фу, ну, эта серия, в принципе, долгая, но это тоже прикольно. Свитки ассасинов. Ассасинов, да? Извиняюсь. Но все же. То есть будем, наверное, по одной серии, по одной миссии проходить, чтобы тоже не затягивать, знаете. Одна миссия, одна серия. То есть как раз тут миссии, знаете, в такое ограничение входит. То есть каждая миссия у нас будет где-то по 20 минут. Но это я уже не знаю, мне кажется, около этого. Мы же на начале серии еще как бы первую миссию допроходили, да? Поэтому это и затянулось немного. Но все же мы будем заканчивать тогда, когда проходим одну миссию.
Ну, в этой серии мы как бы прошли одну миссию, прошли первую миссию и проходим вторую. Так, не пали нас, пожалуйста. Заставьте стражника отойти от стога сена с помощью шумового дротика. 4 для присели... Так. А. Шма? Ага. То есть не в его нужно кидать, а нужно подальше кидать, чтобы он туда отвлекся, как-то в этом роде. Ну, как что-то такое, да, как я понял. Ну, харе там уже расследовать, ты Шерлок Холмс. Давай, давай, иди сюда, иди сюда, иди сюда. Писа стога сена. Даже тут прыжки есть, убийство стога сена. Это круто, ребята. Даже они вот тут это сделали, и это, ну, круто, если честно. Опа! Кусь, можешь спрятаться, чтобы враги вас не заметили. А как он меня там увидел? Но все же, то, что он увидел, не увидел, мы его и так убили. А, просто, наверное, двигались, знаете, в кустах, и шум был, что-то, что-то, наверное, тоже вот это. Так, куда нам сейчас? Ой. Ну иди сюда, иди сюда, иди сюда. Так, замечательно, одного, ну, как, одного убили, пришлось, ребята, пришлось. Сейчас эти чудики двое пройдут, и мы просто-напросто... Вот так. Замечательно, ножички нашли. И они нам сейчас как раз пригодятся. Опа. Опа, опа. Я люблю вот эти подкаты. Они очень крутые, как по мне. Ага. Здесь мы хранили сетки ассасинов, значит, это тут будет. Ну, сейчас посмотрим. Они базарят, поэтому, мне кажется, им похуй ничего будет. Ну, так оно и есть, ребята, им похуй. Что там происходит? Как он меня запалил? Вот ты дурак, вот ты дурак. Там есть свиток, но я не знаю как. Ну, наверное, только в том радиусе он действует, как я понял. Так, ну тут больше ничего нету. Ух ты! Вот это мы успели! О, черт, а как ты меня запалил? Ух ты ж, еще тревога, да, будет? Ну ладно, одного убили. Если там больше не будет, то... Да, если там больше не будет, то пофиг, но... Вот смотрите, вот тут эта хрень, мы ее не взяли. Вот снизу. Я просто не знаю, что это такое. Нужно потом будет как-то посмотреть, что это. Так, опа. Два арбалетчика там! Охренеть, ребята, вы с ума сошли. Мы сюда можем... Нет, мы сюда можем пойти? Нет, не можем. Значит, нам сюда, ребята, нужно. Опа, опа, опа. Беги, 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 беги. Круто. Ой. Чанчу. А что это было? Я же на него прыгнул, чтобы его убить, а это как-то, ну, не сработало, что ли? Ну ладно. Опа. Ага, то есть смотрите, мы можем вот так. Ну ща, он сюда подойдет, мы его скинем. Эта часть сюда подойдет, мы его тоже скинем. Это что такое? Найдите свитки ассасина. Иди сюда, иди сюда, подойди сюда, дружище. А как он? Они мощные нафиг. Т-1000
Ты, подруга, немного перепрыгнула, как я понял. А хотя на смотрите, куда ты пэхнула. Нифига себе. А, мне кажется... О, вот там свиток я вижу. Вот... А, ребят, вы не видите, куда я показываю, но... Бум-бум-бум. Так, сейчас. Там я свиток вижу, а нам еще два свитка нужно найти. То есть вот этот один, и потом, наверное, еще один. Если я сюда прыгну, не убьюсь. А, ну да, ты прям спортсменка нафиг. Так, ну ладно. Так, ребята, один свиток я вижу. А где еще один? Ну вот один. Я могу туда допрыгнуть? Фух, давайте попытаемся, ребята. Я не уверен. Могу, ни хрен. На себе ты спортсменка. А второй где? Ну, он че, конечно, вот это все запалит. А, нет, даже не запалил. А, ну, собачка тут, я понял, я помню. А, но где еще один свиток? Хоть убейте, ребята. Два мы нашли. Вот этот я заметил, да, он там лежал с самого начала. Ага, вот смотрите, нам сюда нужно. Вот там, наверное, и последний свиток будет. Но как нам туда пойти? А, вот! А ну хотя бы нормально, что мы туда вернулись, потому что, видите, там был один свиток, и мы бы его пропустили, а так нормально. Придите мне не за деревья, чтобы не привлечь внимание врагов. Ну, это понятно, как бы. Вот это я хрень сделал, ребят, это я хрень сделал. Я прыгнул, конечно, так как у себя дома, то есть меня никто не запалит, а я же как-то даже не подумал, то есть... В смысле найдите свитки ассасинов 3? Так, мы же 2 нашли. А там показывается, что у нас 0. Не говорите, пожалуйста, что нам нужно назад возвращаться. И опять вот эти 2 свитка искать. Если у вас такие конченые чекпоинты, или что это, или... Чекпоинты у вас есть, потому что вот мы появились вот тут. Чекпоинты у вас есть. Но почему я там появился? То есть, я появился там, но почему-то мне пишут, что у меня нету свитков. То есть, те 2 свитка, которые мы собрали, как бы пишут, что у меня их нету. Охренеть, это что такое? Если нам еще назад будет нужно возвращаться, я с ума сойду. Ребята, не делайте такого. Мне кажется, это они бы слишком тупо бы сделали, если бы вот так сделали. Но от них можно все ожидать. Ну, не хочу, честно, чтобы такое было. Ах, да. Используй метательное, чтобы перерубать натянутые веревки. Хм. Ну как бы. Ага. Оу, я понял, я понял. Так. Got it. А, так, ну там у нас какие-то другие припасы, наверное, вот эти метательные дротики, вот это все. Тут у нас ножи, да? Да. Ножи нам нужны. В принципе, полезная вещь. Как я уже понял, да? По опыту, можно и так сказать. Упс. Ну иди нафиг, иди нафиг. Так, замечательно. Не спалились перед птичкой. И надеемся, что перед этими тоже не спалимся. Так, он что-то подозрит, вот там я вижу. Так. Так, как у себя дома. А, захотели туда пойти, пошли, убили кого-то, да? А почему? А, может он как-то вот так, может она как-то вот так прыгает ща? Ну да, наверное, вот так. Я хотел оттуда сразу прыгнуть, но не получилось. Вот так нужно. Ага. А я не знаю, что такое, но может какие-то фрагменты памяти, как в принципе это бывает, да? Ага, так. Ой. Ой,
А нам туда нужно, да, перепрыгнуть? Давай, 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 давай уже свои взгляды нафиг уберите. Чё-то я боюсь, если честно. Так. Куань! Ну, сработало. Хоть я не хотел как-то так, но нормально. Так, ладно, птичка. Чи, птичка, не пали нас, пожалуйста. Мы хорошенькие. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. А тому похрен там, что справа от нас стоит. Ну, убили там чувака, ну, ну и что, да? Так. Вот там наверху, ребята, что-то есть. Я не знаю, может это свиток? Ага, ну туда мы не можем, да? То есть нужно... Да, нужно, наверное... Нет, нет, чувак, не смотри сюда. Не смотри. Да, молодец, вот так. Опа, замечательно. Я вижу, любите вы побазарить между собой, друзья. Иди, иди сюда, дружище. Опа. Ну, видите, они так любят палить, но не всегда до конца не палят. Вот так, например. Опа. И все. Фу, сейчас посмотрим, что это такое. Какие-то свитки, но мне кажется, это не то, что нам нужно. Ну, фиг его знает, ребят, честно. Я пока что в этом еще не разобрался. Фу, ну сейчас нам сюда. Как-то уже длинная серия, ребята, уже нужно заканчивать, наверное, но... Мне кажется... О, сейчас прыжок веры будет, да? Так, сейчас. Да. А, ну вот, все, конец, наверное. Какая-то длинная часть... Is it done? Готово. Гаофэнг is dead. Гаофэнг мертв. As is Ma Yongchen. Эти имена я не буду читать. Good. Our plan worked. Потому что они, ну... Who's next? Patience, sister. We must move carefully. Zhang Yong and his tigers control the empire now. He is down two tigers after tonight. Лишился двух тигров. Гаофэнг did not have the box. Шкатулки не было. Ну, нам нужно, короче, сюжет этой части, нам нужно шкатулку найти какую-то. We knew that was a risk. To allow yourself to be captured without the box would have meant certain death. We will get it back. Maybe the Templars will even lead us to the missing piece. Perhaps. Perhaps. But now I'm afraid we have just given our enemies a dangerous weapon. Take some rest, little sister. Отдыхай, сестренка. Вместе мы освободим нашу землю от тамплиеров. We will free our land from the Templars and their pawns. Мы возродим братство. Короче, братство ассасинов по всему миру. Ну все, ребята, на этом мы уже будем заканчивать. Вот мы вторую серию и прошли. Точнее, не серию, а миссию как бы во второй серии, да? Не забываем вступать в наше братство, а не в братство ассасинов, а в наше братство крутых, крутых перцев. Все, что от вас требуется, это просто на меня подписаться, поставить лайк и по желанию оставить свой комментарий. Но я буду благодарен, если вы его все-таки... оставите. Ну все, ребята, на этом мы заканчиваем. Еще раз спасибо за просмотр. Ставьте лайки. С вами был Эдисон. Всем удачи. Всем пока.